КПП. Осторожно. Неплохо.
Укрытие! Ну, кто на меня? Ну, держитесь. Thank you.
Попробуй найти этого лейтенанта. Что? Встретимся у лодки. Я заступил в полночь, а он должен был сменить меня в 4 утра. Дай угадаю. Подождите. Авиация! Кто здесь? Мы слишком рискуем ради одного лейтенанта. Будешь ныть, отправлю за борт. Классная лодка. Твоя? Нет, краденая.
Когда я была мелкой, отец научил меня заводить трактор без ключа. Лодки мало чем отличаются. Эй, мы должны найти Карлосу врача. Хм, удачи. Он кровью кашляет. Нужно лечить. Однажды папа взял меня на рыбалку. Куда-то к югу от Коста-дель-Мар. Фермер из него классный, а вот рыбак хреновый. Терпения нет, удить не умеет. Леска все время застревала на дне. Потом он зацепил себя крючком за губу. Психанул и швырнул в воду динамит. Убил кучу рыбы и заодно продырявил к херам нашу лодку. До берега пришлось плыть 5 километров, между прочим. Другие рыбаки хотели подвести, но отец посылал всех в жопу. И как это связано с болезнью Карлоса? Все просто, Дани. В тот день, когда Карлос Монтеро примет чью-то помощь, ад замерзнет. Конья, как же вы, Монтеро, упрямы. Я нет, только папа. Ну да, да. Заткнись. Сраный табак. Благодаря ему наш народ должен был разбогатеть. Ну, если верить Антону. Си, вот так его и выбрали. Да, и многие из нас за него голосовали. Мы верили его обещаниям. Думали, что вернутся старые добрые деньки. Как в сказке. Как же мы, блин, ошибались. И если мы хотим изменений, кто-то должен привести народ в чувство. Объединить людей. Но не отец, это уж точно. Так у Карлоса нет плана? Его план — никогда никому не рассказывать, что чувствуешь. И никому не доверять. Особенно родной дочери. Просто ждать, что сделает Наполеон Эль Пекеньо, и от этого плясать. Старая закалка. Как директор нашего приюта. Жутко строгий, но если кто ему нравился, за того он всегда стоял горой. Хм. С таким подходом нас перебьют. Нельзя просто реагировать на действия Хосе. Нужно пробовать новое. Быть гибкими. Отобрать инициативу этого мелкого Ихо де Пута и прикончить его. Я согласен. Отлично, Дани. Это мексиканский? Здешний табак испорчен вивиру. Даже курево нас лишили. Коме мьердас. Черт. Ке пасо? Хосе, мать его, Кастильо. Сраный племянник Антона. Ло вео и ноло крео. Что он делает? Он... С ним лейтенант, которого мы ищем. Ученый скорее. Ну все, грохнем Хосе. Нет, нет. Лейтенанта заденешь. Жесть. Эй, посмотри. Мне нужно знать, куда намылился этот ученый. Давай поищем инфу. Лады. Может, дружок у вертолетной площадки поможет. Ладно. Но мы не узнали ничего про ученого.
Выходит, у Хосе вилла в северной части острова. Как думаешь, у Хосе тут есть комп?
Без пароля. Идиота. Посмотрим, что тут. У Эль Пекенью есть камера пыток, где он мучает изгоев. Она под маяком, к югу отсюда. Дахонос, впустишь меня? Ага, а я пока останусь тут. Вдруг найду что еще. Суэрте, Дани. Точно что-то есть. Фу, ну и мерзость. Я выберусь отсюда. Помоги, прошу. Te la debo. Dios mío, спасибо. Я... Эй, аккуратней. Quiero morir.
Эспада. Хаса использовал этот бункер как пыточную. Здесь были изгои, но я их освободил. Энфермо Ментали. И чему я удивляюсь? Молодец, Дани. Я узнала, где работает ученый. Что это за хрень? Тот сингал, которого мы видели. Его лаборатория в Ревмире. Встретимся там. Окей. А ты объяснишь, наконец, что происходит? Ты все узнаешь в свое время.
Несмотря на трагедию, компания обещает, что скоро ее таинственный парк отдыха будет открыт для всех. И к другим новостям. Война в Яре окончена. Президент Антон Кастильо объявил, что Клара Гарсия, лидер террористической группы «Либертад», была убита бойцами спецназа. Мир охватывает пандемия, и федеральное правительство может ввести общенациональный карантин. Ну а пока, как насчет чего-нибудь повеселее?